Немецкие врачи спасают 79-летнюю Светличную от серьезного заболевания. Каждый спектакль в Беликон опере становится событием в театральной жизни Москвы. Тут всегда много звезд. Все хотят быть в курсе новинок, тенденций и настроений. Мистер Георг Коц не стал исключением. На премьере спектакля о жизни прославленного оперного баритона появились семья Стриженовых, Ирина Безрукова, Елена Ханга, Светлана Светличная. Последний в антракте поговорил корреспондент Дни.ру. Светлана Светличная, кажется, впервые пришла на премьеру не в любимой мини-юбке, а в брючном костюме и стильной молодежной куртке. Все ахнули. Что такое, почему 79-летняя звезда не показывает стройные ножки? Пристал ко мне остеопороз. Серьезное прогрессирующее заболевание скелета, характеризующееся снижением плотности костей и повышением риска переломов. Вздохнула Светличная. Никогда не знала, какая это гадость. Но думаю, все, прощайте мини-юбки. Я оптимист по жизни, стараюсь не обращать внимания на болезнь. Продолжила Светлана Афанасьевна. Врачи посоветовали лекарство, которое эффективно, если его вовремя колоть в колени. А еще появился немецкий врач, который сказал мне, что у них есть какие-то действенные средства, которые помогают справиться с этим чисто возрастным заболеванием. Скоро обещал привезти. Конец весны и лета прославленная актриса провела в гостях у младшего брата Олега. В Пензе у него хороший дом. Я там набираю сил, энергии, любую сиренью, рассказала Светличная. В свое время брат звезды стал военным. После отставки он работает директором предприятия, которое производит мебель и зеркало. Гонит очень хороший самогон. Я с удовольствием попробовала, посмеялась актриса. Публикация фотографий из Инстаграм. Выглядит Светличная прекрасно, не унывает и радуется окружающему миру. В спектакле сегодня увидела цыганку, и самой захотелось пуститься в пляс, призналась она. А еще там была модель, по сюжету, Илона Отс, манекенщица из сталинского дома мод. Тоже мне понравилось. Это же мое время. Другие фотографии, которые мы не успели показать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Все давно забросили. Боярский пожаловался на одиночество. Нагло врет. Лавров разоблачил обманщика Порошенко. Клоун еще и хамит. Зеленскому досталось после разговора с Лавровым. Абсолютно другое лицо. Изменившаяся Кудрявцева ошарашила видом. Не контролирует ситуацию. Важное заявление о состоянии Лукашенко. И многое другое.